Здравствуйте! Сегодня мини-обзор клавиатуры Defender Matador. Сейчас мы ее посмотрим. Коробку сначала. Так вот она, коробочка такая красивая. Посмотрим, что у нас сзади. Особенности, характеристики. Вот такая вот клавиатура. Без коробки выглядит она уже не так красиво, не так хорошо. Одноцветные клавиши, маркировка, вернее, на них, буквы, английские буквы. По размеру больше, чем русские. Тут, скорее всего, лазерная гравировка, хоть это радует. Ну а сам цвет, конечно, просто ужасный. Клавиши имеют высокий профиль. Ну, раскладка тут вроде все. Пока смотрим, нормально. Дополнительные функции тут, отвечающие за мультимедиа. Минимум их тут. В остальном тут все хорошо, обычно, стандартно. Если бы были у нее клавиши с разной маркировкой букв, то было бы замечательно. USB. Клавиши не гремят. Ну, кому как, конечно. Пластик довольно приятный на ощупь. Не дешевка. Вот единственное, что меня огорчает, это вот что маркировка. Ну а радует то, что нанесена лазером, а не наклейкой. Посмотрим, что у нас сзади. Так, так вот она выглядит сзади. Здесь у нас какие плюсы? Ну, что защита от проливания. Вот отверстие, если прольете кофе, чай, ничего случиться не должно быть страшного. Но лучше не проливать, конечно. Вот такая вот клавиатура.